В последнее время ты делаешь большие успехи. У тебя первое место на юниорских соревнованиях, это Кубка мира, второе на России. В какой физической форме ты подошла к этому чемпионату России? Я думаю, именно к этому чемпионату России я подошла в хорошей физической форме. Хоть у нас и конец сезона, но мы продолжали тренировки, активно готовились. Я думаю, что, в принципе, я неплохо выступила на нем. Дрина очень хорошо фехтует. Мы не раз, в принципе, встречались. И хоть я и проигрываю, но не с большим счетом. У нас равная борьба, и уже в этой равной борьбе вот она пару раз побеждала. Как ты считаешь, чем она оказалась сильнее, в физическом или в тактическом плане в этом бою? Ну, именно в этом бою, мне кажется, больше в тактическом. Я все-таки ошибалась, она подбирала моменты, выбирала его, наносила. Тебе всего 18 лет, ты уверенно чувствуешь себя на таких турнирах? Да, вполне уверена. Я думаю, возраст не особо играет роль на таких турнирах, уже больше от техники, от тактики зависит, ну и от самого человека, что у него в голове. А почему тебе не удалось отобраться в юниорскую сборную, где не получилось добрать очки? Я сезон очень хорошо начала. У меня и первые места были, вот как раз этап Кубка мира. Потом и на российских я занимала, а вот концовка сезона мне вообще не удалась. Ну, из-за этого я плохо три турнира последних выступила, и из-за этого мне не удалось попасть. Ну и как сейчас ты можешь окончательно оценить, как прошел для тебя чемпионат России в личных соревнованиях? Удалось то, что запланировали, или, может быть, получилось больше, чем хотелось? Нет, я в прошлом году проиграла на этом же чемпионате России, только он в Владикавказе проходил. Тоже за 8, тоже достаточно сильные девочки. И в этом году я рассчитывала все-таки попробовать попасть в восьмерку. Но все равно, я думаю, я очень хорошо фехтовала предварительный тур и саму Олимпийку. Поэтому, думаю, нормальное выступление. Спасибо большое.